Всем привет! Меня зовут Вероника, вы находитесь на канале агентства недвижимости «Алегрия». Сегодня мы с вами посмотрим дом за 798 тысяч евро в отличном месте, балкон де Финистрат. Давайте посмотрим, как выглядит дом внутри. На втором этаже находятся две спальни. Сейчас мы с вами посмотрим первую. Каждая спальня на втором этаже имеет свой личный собственный санузел. В этом случае он с двумя раковинами и душевой кабиной. В спальне есть встроенный в стену шкаф, подсветка. Обратите внимание, вентиляция. В доме установлена центральная система кондиционирования. Ну и, конечно же, спальня имеет свой личный балкончик достаточного размера для того, чтобы там даже обедать или ужинать, выпить кофе, читать книгу и так далее, и так далее. Вид отсюда открывается у нас на Лакалу, на бухту, которая расположена рядом с Бенедормом, и даже видно кусочек моря. Вторая комната на втором этаже, собственно, главная хозяйская спальня. Значит, у нас есть зона гардеробная, и дальше в тупике находится большая ванная комната с душевой кабиной. Ну и, конечно же, из спальни есть выход на личную террасу. Вид отсюда открывается идентичный тому, который мы с вами видели с предыдущего балкончика. И да, я знаю, что вы сейчас скажете, что вы видите очень много стройки, и, наверное, это все нам не надо, и все такое прочее. То есть вы можете себе прикинуть, это уже последние линии. В течение 2 лет, я думаю, здесь уже стройка закончится, и вы будете жить в тишине, чистоте и наслаждаться этим местом. Обратите внимание, на лестничном пролете у нас установлено вот это вот огромное окно и второй свет. Это создает ощущение дополнительного пространства. Мне лично очень нравится, кажется, просто вот много воздуха и ничего не давит на голову. Что касается площади дома, это важно. Она составляет практически 140 метров квадратных, и дом расположен на участке небольшом, где-то 220 метров. Мы с вами спустились на первый этаж и оказались в гостиной, которая совмещена с кухней, а также на первом этаже есть спальня. Это самая небольшая спальня в доме. На всю длину комнаты есть встроенные шкафы. Ну и через панорамные окна, они же дверь, мы попадаем на террасу. То есть вы можете выйти просто таким напрямую туда. Также на этом этаже есть еще один туалет с душевой кабиной. На кухне у нас, обратите внимание, тоже есть все необходимое и даже больше. Практически вся техника у нас торговой марки Miele. Рядом с кухней находится небольшая кладовочка-галерея или же постирочная, там есть стиральная машинка, бойлер. Отсюда же мы с вами попадаем на террасу, красавицу террасу, где есть бассейн. Как мы уже с вами говорили, участок небольшой, он где-то 220 метров квадратных, но тем не менее достаточно большой для того, чтобы здесь расположилась для отдыха вся ваша дружная компания, семья. Посмотрите, здесь есть обеденный стол, здесь есть лежаки, еще одна лаунж-зона. Ну и, конечно же, на территории есть бассейн, где глубина регулируется, то есть вы заходите, там будет где-то по пояс, мне кажется, может даже немножко поменьше, есть ступеньки, есть плавный вход, ну и в другом конце будет под 2 метра. И с правой стороны дома есть лестница наверх, чтобы вы могли выйти на дорогу прямо отсюда, не переходя через весь дом. Стоимость дома, который мы только что посмотрели, составляет 798 тысяч евро. Если вас заинтересовало это предложение, пожалуйста, пишите по номеру телефона, который вы видите на экране, на WhatsApp, либо на почту, если вам так удобнее. Я вам расскажу все детали, или если хотите, оставьте свой контакт в комментариях. Кто-то из наших менеджеров с вами свяжется и все покажет. Мы организуем визит и все сделаем как надо. Конечно же, ставьте лайки этому видео, пожалуйста, мы стараемся для вас. Ну и подписывайтесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. Я вас крепко обнимаю, желаю хорошего дня, ваша Вероника.